склоне горы. Слева обелиск, подножие которого вырос Аркан. Вообще Аркадия – это горная область на Пелопоннесе. И Аркадия в стихах древнеримских поэтов называлась, связывалась с идеей человеческого счастья, да? Золотого времени, золотого века. Российские поэты золотым веком называли время правления Екатерины II. И здесь как раз вот группа путников у переднего плана. Один смотрит на нас, другой показывает рукой на открывающуюся картину благоденствия, да, убранные спаханные поля, скирды. Все хорошо. А если мы говорим столешницу, то очень необычно, да, до сих пор мы видели столы, внутреннее поле которых было оклеено сукном. Но здесь же вся поверхность украшена мозаичными композициями. И на одной стороне мы видим замок, а здесь отдыхающих крестьян. Здесь воплощены идеи просвещения о том, что все люди равны. И опять же, в одном медальоне читающий письмо господин, а в другой отдыхающий крестьян. Еще одно программа.